Спортивная акция «Самара в движении» – настоящий праздник для жителей города. Сотни людей, независимо от возраста и уровня физической подготовки, каждый день собираются вместе, чтобы провести время на свежем воздухе и насладиться спортивными активностями. Ксения Середенко узнала о тренировках от подруги. Рассказывает, что раньше занималась стретчингом и танцами в закрытых залах, но после того, как попробовала силовые тренировки на свежем воздухе, решила, что будет посещать только их. Замечательно, что самарцев прививают к спорту, и это прекрасно, что есть такая замечательная акция, потому что можно заниматься абсолютно бесплатно. Присоединиться к тренировкам могут все желающие. Занятия идут не только в парке Гагарина, но и в парке 50-летия Октября, на площади Куйбышева и на набережной в районе Первомайского спуска. Ведут тренировки профессионалы из фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий. Тренировки на свежем воздухе всегда полезны, потому что организм должен насыщаться достаточным количеством кислорода, и это объединяет людей, причем тренировки бесплатные, проводятся каждый день, каждый вечер в нескольких локациях. Площадки будут работать до 31 августа. Время занятий с 17 до 21 часа. Акция организована городским департаментом физкультуры и спорта. Августина Охременко, Константин Головин, «События».